Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на очередного повелителя дырочек. Это будет вот такой вот повелитель бури 10-10, 8-8 ожог собран. Собран он немножко по-другому уже, чем БВшный. Ожог у нас дает 50% на невосприимчивость к атаке противника. Плюс у нас будет стоять слоник, который дополнительно дает 30% уклонения, иммунитет к оглушению страху при срабатывании. Сам же герой на десятке наносит огромное количество урона, поэтому все-таки бог войны, там бастион, он очень быстро убивается. Хоть и бастиона там больше жизни, он все равно себя очень быстро сливает. Да даже этот себя хранителя может свободно слить. То чисто собран такой талант, который там в PvP режимах дает наибольшее, скажем, преимущество, то есть то, что по нему, если попадут, дальнейшие все атаки не пройдут. Единственное, если РС, но он стоит в основном в пачке с ворожеем, который снимает все дебафы. Также он имеет иммунитет к оглушению дополнительно свой встроенный при срабатывании скилла и к страху. Ну и плюс он немерено урона наносит, поэтому с таким талантиком мне он, честно говоря, понравился пока больше всего. Еще хочу с каменкой протестить. Рунами у нас собрана пятая ремочка, максимальный просвет, артефакт стоит меч молнии, еще плюс 15% уклонения. В снаряжении уже стоит, если у нас там был проклятое поле, 10% урона получает больше, тут уже стоит доспех, плюс 25% жизни, то есть он более живучий, еще дополнительно урон наносится вокруг. Также со звездями он уже наролен на уклонение, плюс крит удар, чтобы иногда проходили криты. Так, что у нас по герою? Вот его статы получается на максимальной прокачке, как видите, у него получается где-то в районе 17 тысяч атаки, жизни. Но там все зависит, конечно же, опять же от рун, от таланта и всего. Но в такой вот сборочке у него получается 430 тысяч жизни. Это, скажем так, немало, это хороший танк. Но он убивается тоже за счет своего урона, так же как и Бигфут, очень быстро, если попадает на какую-то отражалку. Так, ну что, поехали в рейде потестим. Так, у нас тут стрелок есть. Вот, хила у него нету, видите, он, я просто с ремочки уже поставил. Вот сейчас вот молчанку накинули, это то же самое, что и РС. Все, он просто бесполезный, беззащитный. То есть фактически что нулевой. Поэтому в этом случае каменка будет смотреться на нем тоже неплохо. Так, давайте вот сюда запустим. Вот он включился. Вот даже с ворожаем. Просто слили. Убрали энергию. И все. Сейчас мы дойдем до PvP локации. То есть, кто смотрел форты, на фортах он себя довольно-таки неплохо показал в роли танка. Мне он очень понравился. Вот он сейчас стоит против Бигфута. Но опять же, кинули молчанку, все, его слили. Но урона он наносит немерено. Ну, плюс стрелок против нас опять же был. У нас тут отхила нету. Можно, конечно, поставить утекание рунами, но это не особо нас спасет. Мы его тестим просто на максимальном сразу скилле. Вот видите, урона у него, честно говоря, хватает. Но заряжает героя очень тоже быстро. То есть есть свои плюсы, есть свои минусы. Нам бы базу без стрелка найти. Но это нереально. Вот есть что-то без стрелка интересное. Вот сейчас можем потестить, как он на хранителе будет сливаться. Такая сборка хороша, когда там против вас стрелок есть, либо какие-то еще герои, которые наносят массовый урон. Они активируют его талантик, и он более живучий будет. Плюс он же дополнительно сам себе понижает входящий урон. Вот он Минотавра разобрал. Купидон. Видите, да, какой урон? Вот он против Анубиса.
То есть фактически такая сборка помогает ему неплохо выстоять. Особенно когда башни там бьют и прочее все. Они активируют ожог. Он себе без проблем начинает героев сливать. Вот тут сейчас череп нас... У нас нету отхила, может просто снести, если успеет. Не, не успел. Вот стан работает, с руки он бьет немерено, как видите. Вот он всех героев слил. Это герой сейчас стоит у нас без отхила. Сейчас, конечно, на хранителе мы сольемся. Однозначно. Хотя, кто его знает, посмотрим. Вот видите, Франки бьет миссы. Один раз только попал. Да, тут сейчас нас просто... Ну, опять же, хранителя смотрите, он практически слит. Вот один герой пробежался, там Анубиса слил, да. То есть, ладно, там остальных не берем. То есть, если другие бы герои на нем зависли, то есть тут за счет своего удара с руки он просто их рубит всех. Вот он включился, черепа снес. А, и тут горгул включился, сейчас нас снесут опять. А мы еще и на черепа загрелись, без вариантов, конечно же. Можно там рунами ему оживу собирать, другие таланты. То есть вариантов очень много сборки. У нас стоит ремка для того, чтобы он максимально активировался, потому что мы сейчас пойдем в забытую битву тестить его, как он себя там покажет. Ну вот, как видите, довольно-таки универсальный герой. Вот опять против нас там Анубис. Он как Анубис, только у Анубиса кулдаун, и тут с каждого удара с руки прилетает 184 тысячи. А тем более он станет очень жестко всех. Ему реально все пофиг. Плюс у нас еще аура стоит. Точнее, ну, доспех. Аура я ее так называю. Так, давайте на подземках посмотрим. Жестокая. Посмотрим, что он тут сможет сделать. С другой стороны кинем ворожея. Для подхила, когда надо будет. В плане атаки, как бы, БВшка, баз, да, там большой немеренный урон, но тут и так урона хватает. Тут самое основное, опять же, чтобы он подольше выжил. Так. Давайте кидаем ворожея на подхил. Вот он сейчас будет их по одному выносить. А урон, как видите, по нему очень редко проходит. Вот как вам урон, 2 миллиона. Просто стоит. Отхил сбоку, он... Просто их танчит всех. Видите, сколько миссов. Все, он весь центр практически слил. Просто какой-то нереальный герой. Очень крутой, очень универсальный. Так, идем в забытую сейчас. То есть на подземках его тоже можно пробовать использовать. Плюс будет рядом, станет всех. Это очень большой плюс. Вот ворожей там бьет 63 тысячи.
Смотрите, что сейчас будет. 1,5 миллиона, 1,5, 2. Все. Без всяких проблем. Так. Забытая битва. Создать команду. Вот он у меня стоит в этой пачке. Давайте отсюда уберем этих. Поставим сюда Дрейка. Где там наш Дрейк? А, он в другой пачке стоит. Убрать, Малыша Ника. И Дрейка для стана. Сюда мы кинем хранителя с утеканием. И дерево. Вот такое вот сделаем. Они не собраны все. Побежали. Ради интереса посмотрим, как он будет. Вот ему сняли энергию, он не включился. Все. Просто слили. А, ну Фрея. Тут без вариантов просто. Даже не успели ничего сделать. Вот наша пачка с Фреей. У нас дерево без ремки. Ну, думаю, в принципе, это не страшно. Леди Лео включилась, как видите, у нее плюс одна клетка стоит. Не передача энергии, а плюс одна клетка, как у Медузы. Она на одну клетку еще дальше бьет. Если она била 4 раньше, сейчас она уже бьет 5. Клеток. Так, кто это у нас там такой? Нас сливает. Есть. Давайте еще разок. Вот он на хранителе. Если баф с хранителя не снять. Вот он включился сразу же. Ну, неплохо. Станет. Свою функцию он как бы выполняет. Но опять же пачка не собрана. Полностью надо руны всем поставить. И питомцев. Сложно тестировать героев здесь, потому что тут разные пачки попадаются. Ну, против БВАшного он намного лучше. Это уже проверено. БВАшный хорош по урону, но... Ай-яй-яй, как нас... Жестко. Давай, хилься. Смотрите, что она делает. Ой. А ну-ка. Ай, чуть-чуть нам не хватило, чтобы резнуть героев. Ее просто заблочили. Но смотрите, какая она живучая. Жесть просто. Вот это, ребята, с каменкой она топчик. Смотрите, что она делает. Да ну нафиг. Вот это да. Конечно, мы там попытки просрали, но да ладно, ну ради такого, ради такой вот седны с каменкой, вот видите, почему для нее каменка именно топовый талант. Это просто жесть, что она там делала. Ну все, мы не успели. По времени не успели. Просрали 3 попытки. Ну и хер с ним. Тестируем дальше героя. Давайте сейчас забежим. У меня тут еще угольная. Так, по фасту. Так. На хранителя надо поставить. Короче, хранителя с утеканием надо собрать. И сейчас по фасту затестим, посмотрим, что он тут сможет сделать. И ему поставить руны оживы. Так, руны оживы. Хранителю вот так вот сделаем. Ну, артефакт в кубок поставим. Так, Анубис, где ты, наш Анубис? Так, Анубису поставим вот так. Побежали быстренько. 4 минуты на угольную. Тестим дальше наш состав.
Видео на него я уже вылаживал. Сейчас попробуем. С хранителем второй раз мы набрали там 200 с чем-то миллион. Ну, маловато, очень маловато. Надо вместо хранителя все-таки стрелка ставить. Или Бигфута попробовать. Тоже будет интересный, думаю, вариант. Так, 11-я волна. Он хорошо, хорошо, конечно, урон по зоне, смотрите, он их просто станет, не дает просто подбежать. Топчик. 15-я волна. Вообще, налегке. Черепа забежали. Так, давай, 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 давай. 18-я. Как теряют героев жестко. Слились, слились об отражалку, ребята. Опять 453. Так, давайте попробуем по Берику поменять. Ставим место хранителя. Поставим место хранителя. Такого вот Бигфута. Или с Бастом даже поставим. Убрать Аживу ему ставим. Видите, он тоже универсальный довольно-таки герой. Так, 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 так. Где там? Все есть, поехали. Создать герой. Вот такая вот сборочка, вызов. То есть я набиваю стабильно свыше 450 миллионов. То есть это стандарт, то есть 450-500. Конечно, я хочу набить, все-таки найти оптимальный какой-то состав. Пока у нас проблема со сливом. Надо брать, скорее всего, сюда Ресика. Для того, чтобы блокировать умение. Потому что без него реально сложно. Но это мы уже в следующий раз потестим. Сейчас после полуночи попробуем закинуть сюда бастионного Ареса. Или с разбросом взять. А рунами оживу. Тоже интересный вариант, думаю, будет. Так, жить, 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 всем жить. 17-я волна. Ну, с Бигфутом как-то поярче, по-моему. А вот на Сарасик накрыл. Вот опять 277 миллионов. То есть рандом полный. Тут ты ничего не сделаешь. Так, у нас обновился день. Давайте потестим. Уже сразу, чтобы ничего не менять. Возьмем сюда вот такого вот Ресика. Рунами ставим ему оживу. Томпсон. Так. Так, и поставим его. Кубок все-таки, наверное, лучше. Вот такой вот раз у нас будет. Ради интереса потестим. Побежали. Ай. Пошел тем же составом, ладно. Ну, думаю, сейчас 1 400 000 натащим, если повезет.
Вот Афины, тут хватает одной Афины с воодушевлением, она заряжает вовремя всех. Но как по мне, герой вообще для именно для такой локации создан. На Архидемоне еще его потестируем. У нас скоро будет Архидемон. Но здесь он очень хорошо заходит. Так, у нас там РС живой. А, у нас тут, я говорю, РС живой. У нас его тут нет. Так, хорошо. Отработали. 20-я волна. Вот начинаются дислива. Об отражалку сливаются просто. 468. Убираем Бигфута отсюда. Он у нас тут даже не одетый был. Видите, насколько там 277, тут 468. Пробуем здесь. Ару. Конечно, это не топовый состав. Надо будет его немножко поменять, но ради теста. Давайте попробуем. Надо было его еще спрятать. Кстати, вот с ожогом он очень хорошо будет заходить на королевской битве. Там вообще идеально. Он Лео. А на всех локациях герой реально универсальный. Надеюсь, мы его на китайке достанем тоже. И будем им трешовать. Ну, кстати, с Арасиком неплохо идет. 6 целей, кулдаун меньше. Вообще без проблем справляемся. Шестнадцатая волна. Самое главное, чтобы он выжил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, 21-е. Смотрите, что делается. Тыква. Прикольненько, прикольно. Ну, 453. Немножко разбежались, надо будет еще потестить. Ну, тоже как вариант. Видите, блокирует боссов. Такой вариант тоже может быть. В принципе, думаю, все. Обзор, где применять его, вы уже видели. Такая сборочка лучше будет, чем баст и бвшка однозначно. То есть для PvP локации давайте еще на арене затестим его. Я, кстати, на арену не бегал. А, у нас времени. По времени мы уже туда не попадем. Давайте попробуем на волнах. Вот таким вот составом. Сейчас я только их всех сюда перетащу. Так, Афина остается. Тут поставим сейчас Анубиса. Анубис у нас уже стоит. Кого нету? Значит, Некроса поставим. Вот такого вот Некроса не будем одевать. Стрелок пусть будет такой. Анубис с коркой. Вот давайте такой вот состав. Хотя сюда и Фрейю. Давайте Фрей еще сюда поставим вместо Некроса. Ради интереса. Волна аж обошли в топе. Сделаем расстановочку героев, поставим. Попробуем затащить. Наверх, конечно, желательно было бы Рину кинуть. Ну, а Тарасик попался. Слили вообще налегке. Еще давайте. У здания развалили все. Верх слабенький, как видите.
снизу-то, конечно, у нас неплохие герои. Вот смотрите, как он отрабатывает хорошо. Выражая с воодушевлением, надо сюда однозначно. Тут просто Unreal. Так, а ну-ка давайте поставим другого ворожея. Так, а, блин, аж третий. Ужас. Еще хуже стало искать что-то в алтаре. Так, алтарь. Снимаем отсюда. Так, есть. Мы сейчас поставим вот так вот. Тут Анубиса надо тоже сменить на более злого. На вот этого. Так, ну что, тут вроде ничего не меняем, побежали, так, потестим. Вот он как бы закрывает свою зону вполне. Он застанил их и всех, и даже просто не дал варианта пробежать. Единственное, как видите, у нас здание сливает очень быстро. Ну, с этим можно справиться. Все, он слился, просто слился на какой-то отражалке. Его не стало. Он нас, ребята, покинул. Вот здание разбили у нас. Так, ну давайте еще разок. Можно в паре, конечно, к нему поставить. Что тут у нас? Афина. Рея. Вверх просто разобрали у нас. Надо делать другую немножко расстановку. Вот так ставить всех героев кучно. Так, кто там? Это сюда. Так, это куда-то надо пристроить. Это сюда. И здание нам одно надо поменять. Так, 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 так. Сейчас мы для здания найдем место. Вот так вот. Ну-ка попробуем так. Конечно, юнитов надо нанимать, но на это времени уже нет. Мы и так уже затянули наш обзор. Да, нехило так жестко долбит. Смотрите, слили половину героев даже без вариантов.
Ладно, еще пару раз попробуем. Надо все-таки юнитов. Че, выражай опять слили? Жестко. По-моему, тут одна Фрея только тащит и все. Все остальные герои реально дно по сравнению с этим всем. Так, ну еще давайте попытку. Потом уже в другом видео пройдем это все. Да, без юнитов, без вариантов просто. Надо однозначно юнитов нанимать. Сейчас тут нас все здания разрушат. Просто малышник добьет. Ладненько. Давайте еще на арене на аренку забежим. Так, давайте тут изменить. Давайте соло его покидаем. Посмотрим, что он сможет сделать. Вот его заблочили. Все, просто слили. Без вариантов. Он у нас еще и без ремки. Вот против хранителя посмотрим. Как видите, зона действия небольшая. Действует только на одну дорожку. То же самое на атаке фортов. А тут, конечно, он божественный. Если он добегает до кристалла, все. Вы уже ничего не сделаете. Пару секунд, и вашего кристалла просто не будет. Смотрите на урон. Три удара. Просто три удара. Ну-ка, включится. Давай, слоник. Вот он включился. Ну, как видите, стан отлично проходит. Вот по нем миссают. Сколько героев на молчанку наложили. Все. Под молчанкой тыква. Нереально просто. А теперь давайте попробуем его отбежать. Скорость бега у него, как видите, довольно достаточно такая немаленькая. Вот раз, два, три. Все, его заблочило раз. Но смотрите, что дальше будет. Сейчас он включится. Все. Просто оббегаете стороной. Сколько там героев бьет? Раз, удар, два, три, четыре. Все, кристалла просто нет. В общем, такой вот герой, не знаю. Пока для меня вот эта сборочка реально для него самая оптимальная. Единственное, еще протестируем с каменной кожей, что он сможет показать. А так, в принципе, этого с головой хватает. И можно таким героем бегать и трешивать. Все, пишите комменты, как вам такая сборка. Подписывайтесь на канал. Всем пока.